Диагноз коронавирус в Пермском крае подтвержден уже у 9448 человек. За все время выздоровели 6508 прикамцев, умерли 436. Остается на карантине 2593 жителя края. Березняковские медики сообщают, что на больничных койках лечения от коронавируса проходят 139 человек. Дома на карантине 1413 березняковцев. Количество ковидных больных в стационаре Соликамской больницы выросло. На 25 сентября там проходят лечение 23 пациента, 11 из них – жители нашего города. За весь период пандемии поправилось уже 243 человека, умерло 5. Дома под наблюдением врачей – 138 соликамцев. Носите маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию и берегите себя. Евгения Пантелеева, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».